Большим концертом отметили 60-летний юбилей ДК Ткаченко. На одной сцене все самые лучшие и любимые номера за эти годы. Зрелищные и яркие фрагменты постановок, танцы, песни. Праздничный вечер назвали «60 лет под крылом музы». Сразу у входа гостей встречали циркачи-великаны с воздушными шарами. В холле всех зрителей ждали театральные фотозоны с куклами и артистами. Все спешили попасть на юбилейный вечер любимого Дворца культуры. Правда, отдых только для зрителей, а для сотрудников храма искусства – работа. Я люблю город, люблю ДК, люблю концерты. Ну, я пришел сегодня как праздник, марсишор, отдохнуть, посмотреть на артистов. Ну и что? И что был мир и согласие между людьми. Что вы ждете сегодня? Вот концерты, яркие впечатления. Вот будем выступать. У нас сегодня песня финальная, и на эту финальную песню будут выходить все коллективы ДК. Чтобы тут все дальше так и продолжалось, чтобы здесь красивые были коллективы дальше, чтобы такие же коллективы, которые здесь есть, чтобы они дальше процветали. Праздничную программу открыл коллектив «Бум». Юные артисты в танце показали, как рождается искусство. Потом, как из маленького ростка расцветает роскошное дерево творчества и красоты. Далее, с отрывком из маленьких трагедий Пушкина, к зрителям вышли актеры театра «ЭТО» – экспериментального театрального объединения. 20 лет работаю в любимом ДК Ткаченко. Для меня это второй дом, который дал мне место самореализации, роста и невероятных друзей, театральную семью, которая у меня есть. Самое главное, что Дворец культуры обеспечивает досуг молодежи. Формально ДК Ткаченко отмечает 60-летие ввода в эксплуатацию здания. С первых дней работы во дворец въехали разные коллективы. Они продолжают здесь трудиться и творить. Здание можно сравнить с кораблем. На сегодняшний день в его творческих каютах обитает 25 коллективов, 20 из которых носят звание народного и образцового, остальные – любительские. В роли капитана последнее десятилетие Анатолий Король. Все коллективы живут своей творческой жизнью, радуют людей. Каждый, кто хочет открыть в себе талант, приходит к нам в наши стены и находит себе по душе развлечения и творческое занятие. Это нас радует, потому что наши коллективы творческие на высоком уровне. Все концертные программы мы самостоятельно можем провести, любое мероприятие. Оно получается ярким, зрелищным. И у нас всегда аншлаг. Хореографические, танцевальные, вокальные, театральные. Всегда аншлаг на представлениях цирка «Юность». Один из лучших коллективов Республики Альянс год назад поселился в одной из кают ДК. К юбилею старшая группа представила танец «От горькой земли до чистого неба». Здесь мы обрели, собственно говоря, уже теплые стены, крышу. И растим следующее поколение новых детей, новых танцоров, которые будут продолжать, надеемся, славные традиции и коллектива, и традиции ДК Ткаченко. Работала до Дворца культуры в музыкальной школе. Я этот дворец как раз, когда сдавали, я была уже, работала здесь, в этой школе, в музыкальной школе, во дворце. А для меня, ну, я не знаю, наверное, это моя жизнь. Я хормейстер по образованию. Вот, ну, часто, правда, я своих учеников встречаю, уже не узнаю их, они меня узнают. Сегодня ДК Ткаченко – это центр культурной жизни Бендер. Его сцена принимает мастеров искусств, гостей, участников художественной самодеятельности Приднестровья и стран ближнего зарубежья. Множество мероприятий здесь проводятся для взрослых и детей. Слова поздравления звучат в адрес сотрудников и коллективов ДК. Благодарю ваш коллектив за то, что вы ежедневным трудом наполняете стены ДК сказкой и праздником. От всей души поздравляю сотрудников, ветеранов учреждения, артистов с юбилеем Дворца культуры. Выражаю слова признательности за работу, умение и желание дарить людям радость. Я хочу сказать сначала слова глубокой благодарности и за сегодняшний концерт, за ваш труд, за вашу энергию, за то, что вы умеете, и у вас всегда получается разбудить нас, радость, вызвать улыбку. Я желаю вам новых, интересных творческих проектов,
новых творческих побед во благо нашего города, во благо нашей республики. В этот торжественный день хочется пожелать вам, уважаемый Анатолий Борисович, и в вашем лице всем работникам, специалистам, участникам творческих коллективов Дворца культуры вдохновения, неиссякаемой энергии, новых достижений и непрерывного исполнительского роста. В этот день работники Дворца культуры были удостоены почетных званий, награждены грамотами и благодарственными письмами. В каждом таком документе благодарность за труд и творчество. В финале праздника на сцену вышли все юные артисты ДК и спели песню «Юбилей». Елена Росланова, Валерий Усвайская, Руслан Федоренко, Бендерское телевидение.